Вот как так надо птицам летать мимо этого дома, что ни одной какашки нет на доме вообще. Ну так здесь вот одна там, вон вторая вижу, вот третья. И все, квадратная крыша. Охренеть, ни одной какашки. Мы что, какой-то аномальный квадратоугольник, что ли, тут у нас? Охренеть. А, ну вот еще тут нагадили. И при этом тут каждое утро стадо ворон просто вообще. Стадо ворон тут просто у нас бьются. Что-то за трубу вот за ту команду. Постоянно они тусят, тут тусят. Вообще каждое утро топают по крыше. Аж невозможно, потому что я здесь... Интересный резонанс звуковой. О, раз, раз, услышал, нет. Где-то был. О, о, ничего себе. Оп, раз, два, раз, ушел. Ушел. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Раз, что за пропал куда-то, блин? Раз, два, три. 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 Блин, точку потерял. О, нашел. Вот она. Раз, два, три. Вот точку потерял. Да. Слушайте, вот она так надо заметить. Чем-то тут пальцем поковырял. Сейчас. Да, свет остался. Вот точка резонанса. Офигеть. Вот такая пенсия. Сосед траву убирает. Солнце классное. Так, по мысли смотрим. Байкеры какие-то куда-то поехали. Да-да-да-да. Красивый вид, или как там? Шикарный вид. Шикарный вид, да. Космозона, да-да. Чика там что? А там склад еврейского леса. Чика, тут дубы такие. Они усеяли желудями просто все поле вообще там внизу. Там все желуди лежат. И они еще сбрасывают в себя новые желудя. Вообще, представляете? Что-то туда летит, это красивый полный бэм. Класс. Вот там тоже соседи. Домик построили симпатичный в целом. Боги нос, конечно. Но не функциональный. Но чистая крыша, блин, от какашек, это что за чем-то? Это, конечно, какой-то прям нюанс, нюанс какой-то, нюанс, нет, нюанс, да. И главное, когда был ураган, здесь же только вот Сашкин шканарь с крыши сбил.